откроет 95-летний участник Великой Отечественной войны, почетный ветеран РСО «Алания», полковник в отставке Пагаев Александр Михайлович. Под ваши аплодисменты. Александр Михайлович начал в 43-м году. В 44-м в составе 157-й стрелковой дивизии он участвовал в прорыве обороны фашистских войск на Корейском перешейке. За проявленное мужество и героизм награжден орденом Отечественной войны, а также медалями за отвагу и боевые заслуги. Александр Пагаев имеет благодарственную грамоту от Иосифа Сталина.